Ну что ж, всем привет, вы на канале FordMac, и вот неожиданно мы продолжаем проходить GTA Vice City, вот так вот неожиданно. Но на самом деле я отложил ее на время, просто потому что мне хотелось как-то отвлечься от данной игры и вернуться уже с новыми эмоциями, а эмоций хватало после прохождения и Гарри Поттера, и Достать Соседа, и Мадагаскара. В общем, пора вернуться в криминальный мир, захватить полностью Vice City. И теперь наша цель после прохождения сюжетных миссий — это покупка всего имущества. Господи, что ты творишь? Вали отсюда. В общем, начнем с самого такого дешевенького заведения, а именно с компании Cherry Popper по производству особого мороженого. Вроде бы она сколько там стоит? 20 тысяч? О, отлично. Покупаем. Кто ты? Your new owner. Were you now or at any time a child? What are you talking about? Were you a child? Yes, calm down. I What's knew wrong with you? It. A child. A dirty, stinking, sniveling, snotting, vile, puking, crying little baby. A baby! An awful, horrible, disgusting little boo-hoo. Mommy doesn't love you. You little shit. Ow, calm down. I hate babies, and I hate children. They're dirty, sniveling, snotting, vile, puking Enough little... already! What is wrong with you? You make soft ice cream, okay? It's purely for kids. What kind of psycho are you? Just so I understand this, why make children happy if you oh, hate them? Oh, you stupid, sniveling, snotting... Shut up! Rat! The ice cream is a front. We distribute other non-dairy products. And if I see a kid, I put him to good use. Don't I, kiddies? Yes, yes, I do. Mommy doesn't love you. She hates you. What a nice lady. Still, you know, I hear there's good money in ice cream. Отлично, фабрику мы теперь купили, теперь мы ее владелец, а заодно и познакомились с ее бывшей владелицей. Господи боже, надеюсь, я больше ее никогда не увижу, ибо это очень пугающая женщина. Серьезно, это был довольно-таки неприятный опыт знакомства. Теперь у нас доступна миссия за фургончик с мороженым, однако я пробегусь, посмотрю, может я смогу еще что-нибудь купить из каких-либо помещений, фиг его знает. Так, ну я тут немножечко побегал, посмотрел на то, что мне еще нужно купить, и все-таки самой важной целью для себя я поставлю пока что клуб Малибу. Все-таки он довольно-таки дорогой, плюс это очень важное место, потому что вроде как именно оно нам дает возможность пройти дальше по сюжету. Ну, там еще много других фишечек, ну давайте уж залезем в этот мистер Уппи и развезем особое мороженое. Блин, конечно, черт подери, эти два шарика с мороженым и вишенками. Намеки, ну вы понимаете, все дела. И нет, это не я придумал, и нет, я не извращенец, это реально намек на, сами понимаете, что. Так, ладно. В принципе, цель мне ясна. И теперь, когда я выехал, нужно сделать одну маленькую деталь. Ну вот, наконец-то все заработало. В общем, в чем фишка? А фишка в том, что если в этой миссии не включить ограничители кадров и не проехать немножечко по кругу, ничего не сработает. Я до сих пор не понимаю, чем это обусловлено, но пока у меня не сработают ограничители кадров и я тут не покружусь немножечко, ничего не будет работать. Это довольно странно. Ну да ладно, давайте искать клиентов. Надеюсь, я где-нибудь все-таки их найду. О, отлично, есть клиенты, это хорошо. О, класс, класс. Возьмите моего особого мороженца. Отлично, о. Блин, зря я газанул. О, отлично, блин, сколько народу, шикарно. Но нужно поосторожнее быть, потому что иначе меня загребут копы. Так, все, здесь больше покупателей нету. А у меня звезда. Это неприятно, поэтому лучше отсюда... умахивать как можно быстрее.
Реально, просто давайте уедем в какую-нибудь другую зону. Хотя, подождите-ка, где-то здесь, я помню, была звездочка. Хотя, ладно, знаете, не буду сейчас ничего выдумывать. Давайте уж просто развлечемся. Так, нет, здесь покупателей нету. Поэтому... О, отлично, как раз таки звезда пропала. Поэтому давайте поедем в основной город. В наш солнечный прекрасный Вайс-Сити. Так, и где же наши прекрасные покупатели? Кто хочет купить моего вкуснейшего мороженца? Так, нет, здесь снова нету покупателей. Да что ж такое, а? О, класс, отлично. Давайте, ребятки, расхватывайте. У меня сегодня самый вкуснейший пломбир. Белейший, как борода Деда Мороза. Просто лучший пломбир в мире. Так, все, здесь пока больше никого нет. Блин, копы уже подъезжают. Ну, надеюсь, меня пока что не загребут. Так, черт. Звезда есть. Давайте вы быстрее покупайте. Вот черт. Все, ребята, до свидания. До свидания, ребята. Мороженка пока что закрывается на время, потому что, видите ли, у нее проблемы с законом. Так, все, надо гнать отсюда. И как можно быстрее гнать отсюда, потому что мне, как говорится, проблемы с копами не нужны. О, отлично. Так, народ, налетаем. Мистер Вупи снова в деле. Да-да, берите, берите. Белейший, чистейший пломбир. Конечно, вас от него немножко вынесет, но почему бы и нет? Меня тоже порой от пломбира выносят. Особенно если он с шоколадом. Да-да-да, покупайте лучший пломбир. О, 15 порций, неплохо. Чё-то клиентов сегодня реально как-то многовато. Я прям сегодня на расхват. Это хорошо. Так, берите. Оч, так, все, нет, извините, до свидания. Фак! Так, вы... Да чё вы против пломбира имеете, скоты? Я ж просто продаю пломбир, вы чё, охренели? Фак, 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 фак. Фак! Да вы охренели, твари. Да вы совсем охренели, серьезно. Я тут, видите, людям счастье дарю, а вы тут нахрен... Фу! О, отлично. Как раз то, что нужно. Так, минус одна звезда, шикарно. Пожалуй, лучше теперь где-нибудь укрыться на время. Просто поездить пока что, чтобы снять с себя подозрения и все дела. Так, ладно. Давай, звезда, пропадай уже наконец-таки. Я снова становлюсь законопослушным. Давай, пропадай. Мне ж мороженое продавать-то. Так, ну здесь точно никого не будет, поэтому едем дальше. Черт подери, лишь бы мой мистер Вупи не сломался. Надо бы где-нибудь найти тогда, я не знаю, либо пейнт-спрей, либо еще какую-нибудь забегалку, где меня могут починить. Ух ты ж, ё-моё, какой красивый вид. Какие же неподкрутившиеся текстуры. Как-то странно, если честно, что у меня так плохо подгружается, хотя у меня настройки вроде стоят на довольно-таки приличных параметрах. Мистер Вупи в деле. Налетай, налетай, лучший пломбир в мире. О, класс. И старый млад покупает. Ну, ладно, насчет млада я не уверен, потому что вроде как детям это мороженое покупать нельзя, потому что, видите ли, эта старая карга пичкает его всяческими вкуснейшими добавками. Хотя я не знаю, какой на вкус-то мороженое, и знать не хочу, мне что-то реально страшновато. Так, о, неплохое местечко. Нет, нет, плохое, мне здесь банды не нужны. Фак. Неправильно, что я поскорее уехал. Вообще, человек гаитяном попёрся, блин. Лучше я в центральную часть уеду. Так, здесь самое главное, лишь бы меня не коцали, потому что моя машина и так уже дымится. И это не есть хорошо. Вот вообще не есть хорошо. Так, ладненько. Неплохое место вроде. Пожалуй, сейчас чуть проеду, и можно будет здесь искать клиентов. Налетай, налетай! Мистер Вупи здесь! Самый лучший мороженый... Я по кругу в итоге
по кругу приехал. Ну, а черт, и здесь банда. Да вы прикалываетесь, да, ребят? Я просто хочу мороженку продать. Че, на аэропорт поехать, я не знаю, серьезно. Конечно, нет, нет. Идея паршивая, поэтому я разворачиваюсь и возвращаюсь назад. О, отлично. Еще человек. Да, берите мороженку. Да, отлично, отлично. Так, парниша, я вижу, тебе тоже нравится мороженое. И вам, сэр. О, клиентура сегодня шикарная, конечно. О, черт. Нет, парниша, прости, но мне тебе нужно отсюда смахивать. Как можно быстрее. Потому что иначе мистера Вупи прикроют. И никакого мороженого больше не будет. Вот, блин, неплохое место, но... Нужно пока что от копов немножечко скрыться. Потому что иначе... Пипец. О, все шикарно. Сбилось. Да-да-да, ребята, давайте, берите. Вкуснейшее мороженое. Так, наш фургончик что-то совсем в паршивом состоянии, а клиентуры мало. Поэтому пока что я заеду в Paint Spray, восстановлю его немножечко. Потому что иначе мороженое не довезем. Отлично. Прости, чувак, я восстанавливался, поэтому пока что мороженого не будет. Вы, твари, не смейте обстреливать. Фух, так. Теперь, пожалуй, поедем в центральный район. Пока что-то все печально, потому что никто особо не подходит. Наверное, просто нужно найти более оживленный, более людный район. И я думаю, в центральной части людей будет как минимум намного больше, чем здесь. Потому что что-то здесь как-то слишком все мертвое. Еще такая музычка, блин, у фургончика. Меня всегда удивляли эти американские фургончики с мороженым. Вот у нас такого никогда не было. У нас в основном такие вот стояли всегда тети. Вся такие тетки стояли с небольшими холодильничками, с зонтиками, под жарой и продавали нам мороженое. А вот таких именно фургончиков с музыкой никогда не было. О, отлично, ребята. Все, подбегайте, покупайте. Мое мороженое настолько вкусное, что люди готовы ради него удавиться под машиной. Вау. О, черт, 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 что-то слишком быстро, одна порция, и все, меня сразу попытались повязать. Нет, ребята, извините, мне такие проблемы не нужны. Вот, отлично, вот в этом районе, думаю, все будет куда лучше. Да-да-да, покупочки сделайте, заодно и купите моего мороженого. Только пакетами не расплачивайтесь. Так, нет, здесь нет. А может тут? О, отлично. Есть люди. Блин, как-то сегодня слишком много людей, которые покупают всяческие шмотки от Гэш. Интересное название для бренда. О, хорошо, хорошо. Вроде как нам нужно продать более 50 порций, чтобы закончить миссию. Это хорошо. Но, в принципе, думаю, мы с этим справимся. Без каких-либо проблем. Фак. Фак. Все, покупайте и валите. А я поехал. До свидания. Мистер Вупи еще вернется. Когда-нибудь. Когда у него закончится проблема с законом. Наверное. Я не уверен. Так, ладно. Побыстрее. Так, копы, давайте, отвяжитесь от меня уже наконец-таки. Серьезно. Вы уже меня бесите. Отлично, фух. Ну, кто хочет мягкого мороженого? Шары Большого Билла. Пожалуйста, приносите свои шары. Полировка шаров внутри. Только два шара. Господи, да какого хрена-то, а? Что-то серьезное. Какое-то, знаете, место, смотрите. Два огромных бидона. Довольно-таки массивных бидона. И еще и шары. Сука! Фух, наконец-таки я добил больше 30 покупателей, боже. Восстанавливать пришлось довольно-таки долго, но зато я для себя наконец-таки выяснил самую идеальную и самую лучшую схему. Это торговать мороженым прямо на этом пляже. Почему? Потому что здесь дохренище людей, постоянно дохренище людей.
Плюс здесь всегда можно легко можно поездить немного, и за вами не увяжется копа. А если совсем будет хреново, то здесь рядом есть пейнспрей. В общем, место просто идеальное. Все-таки я для себя понял, почему эта миссия мне не так уж и нравится. На самом деле все просто. Она муторная. Она просто зациклена муторная. Без подмиссий, без каких-то новых заданий внутри миссии. Просто одна цель, которую нужно выполнить и продолжать это в течение как минимум 10 минут. Лично я перепрохожу и уже прошел где-то примерно минут 8. И, честно говоря, сами понимаете, это так себе развлечение, вот так вот ездить и дожидаться клиентов. С одной стороны, идея действительно ржачная. Сама задумка продавать наркоту под видом мороженого, это действительно очень... Это реально очень забавно, но... Черт подери, хотя бы было бы 30 покупателей, или 40 в крайнем случае, но не 50. Ладно, ребята, покупайте наконец-таки мое мороженое. А то реально, блин... А то реально я уже здесь, наверное, в третий раз, потому что каждый раз я попадался в какой-нибудь абсурдной ситуации. В первый раз я застрял в текстуре. Во второй на меня упал фонарь, я не мог двигаться, и ко мне подошел гоп и просто схватил меня. Ну и в третий раз это было вообще по-идиотски. Меня просто расстреляли, и тачка взорвалась. Просто потому, что я забыл заехать в пейнспрей. Эту миссию провалить можно очень большим количеством способов. Но самый идиотский, наверное, это просто вылезти из машины. Но это нужно очень, так сказать, жестко накачать с кнопками, чтобы вот так вот нажать просто и вылететь. Так что просто ездим здесь по кружочку, ездим и скажем. Просто ездим тут по кружочку, едем, получается, к следующему входу в этот пляж, тормозим и ждем покупателей. Отлично, осталось всего 9 порций, и наконец-таки можно вылезти из этого проклятого мистера Вупи. Фух, давайте, ребята, покупайте поскорее мороженое. Хотя, блин, если так задуматься, вообще, работа продавца мороженого... Это ж получается, можно так пожрать мороженого, поездить по городу, подарить кучу радости людям, это же... Вау, это же... Лучшая работа в мире! Лучшая работа в мире! Лучшая работа в мире! Все, сейчас звезда спадет, и можно будет продать последние порции. Ух, блин. Так, отличное местечко, лишь бы копов здесь рядом не было. Давайте, ребята, подбегайте, лучшее мягкое мороженое. Мне интересно, это сколько людей получило целую кучу кайфа. Это же получается, блин, 50 людей в одно время получили огромную порцию кокаина. Вот это я понимаю, я схему тварю. Пипец. Ладно, ребята, забирайте. Осталось немного. Так, все. Последняя морожка осталась. Нет, я лучше предостерегусь, потому что мало ли вдруг меня просто сейчас подойдет коп сзади и схватит. А мне, как говорится, провала миссии на самом конце не нужно, ибо это уже пипец. Ладненько. Отлично, все. Давайте, подходите. Последняя порция осталась. Фух. Вот и все. Наконец-то. Ну, отлично, мы теперь будем получать прибыль. Оу. Да, деньжата нужно будет забирать. Это ж получается теперь у меня и мой особняк. Стоп, порции 5. Эх, опять какой-то глюк с текстурами. Отлично. Наконец-таки. Ну и заодно дробовичок взяли. О, господи, блин. Сколько я раз проходил эту миссию за кадром, боже мой. Слава богу, что лишь одна миссия по развозу этого мороженого, потому что на второй миссии я бы, наверное, уже просто бы выл как волк. Фух, да уж, это было хардкорненько. Ну, главное, что мороженое развезли, главное, что подарили кучу радости людям. Ну, возможно, не только радости, возможно, еще кучу трипов, а возможно, для кого-то еще и проблемы с сердцем и так далее. В общем, полный пипец. Но главное, что первый шажок к приобретению всей недвижимости в Вайс-Сити мы уже сделали. Теперь у нас фабрика мороженого, с которой мы можем получать кучу баблища, ну как, по 3000, но тоже неплохо. Постепенно будем все скупать, постепенно будем становиться настоящим королем Вайс-Сити.
В общем, намечается трэш, угар и садомия. Ну, насчет садомии я уверен, но насчет трэша и угара точно. Но на этом месте, я думаю, стоит остановиться. Всем спасибо за внимание. Подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте. Всем удачи и всем пока.